Всем привет, друзья! Вы на канале Дудаплей, и мы продолжаем играть в игру Hills of Steel. И у нас вот такой вот большой скорпиончик есть. И мы сейчас будем уничтожать танки. Мы вражеские. Опа! С одного удара практически. На, получай! Так, сейчас я вас постреляю. Так, не понял, вы чё делаете, а? Так, ладно, здоровье у меня ещё есть. Смотри, какие они резкие, а? Интересно, интересно. 10% здоровья-то отнять. Опа, едет, смотри. На! Так, у него, получается, отравления не хватает. Я в него стреляю. Он у меня полностью прокачанный. Вот эти маленькие, кстати, уничтожаются. А лазерные вот эти вот нет. Им нужно по два раза стрелять. Есть. Все уничтожили. На, по два раза надо стрелять. Так, сжало. Сжало эти уничтожаются. Вот эти отжало тоже 100% не уничтожаются. Так, ну кто у нас там? Нет, не лазерная пасть, а просто легион. Ну ладно. Давай, едь сюда. Мы даже сейчас на месте постоим, он сам ко мне приедет. На! Давай, едь поближе. Держи. Все. А босс был достаточно-таки слабенький. Но мы его быстро щелкнули. Давайте поиграем в танки онлайн. Берем Феникса нашего. Ух ты! Смотри, вдвоем они. Так, ух ты, и у меня такой же, блин. Жалко, что... Было бы прикольно, если бы у меня тоже такой танк был бы какой-нибудь. Ладно, сейчас я здесь постою. А, хотя что стоять? Пошли в бой! Опа! Все, сейчас их обжарим. Ух ты, моего уничтожили? А вы что? Вы что творите? Мне нужно срочно подкрепиться. Есть. Смотри, они даже ходят одинаково. Давай, есть один. И второй. Чё? Вот как это делается. Одного и второго мы щелкнули. Давайте дальше берем Феникса. Ага. Значит, все понятно с вами. Ага. У него тоже прикольные танки. Тоже прикольный танк, друга. Друг. Давай, дружище. Поехали в бой, жарите все. Ух ты, какие они быстрые, слушай. Так, этого стрелялочка. О, нормально. Стреляем, сейчас это выжарим. Есть. Все, убегают, смотри. Убегают, убегают. Ух ты. Что там, взорвался? А тут, смотри, первый, как он руками махал. А этот будет руками махать или нет? Нет, просто упал. Давайте откроем сразу сундучок. Так, Феникс удар, монетки, титан, силовой щит подняли мы. Угу. Хорошо. Так, вот эти вот девчонки. Сейчас я хочу... Против девчонок. Давайте, давайте, идите сюда. Я здесь стану, пока подожду вас. Так, ты титан бы не ехал бы, а? Вот куда ты поехал? О! Сейчас я его выжарю, выжарю, выжарю. О! Так, нет, все, он уехал. Ждем вот этого теперь. Опа! Так, этот улетел куда-то. Далеко. На, тебе еще одонька. Так, два титана, смотри, схлестнулись. Опа, опа, опа. Ладно, пойду на помощь. Пойду на помощь ему помогать. Титанчика сейчас этого вырублю. И вот это второго. Все, готово. Давайте еще раз. Возьмем вот такого зелененького. Ага, тоже титан, да? Ой, это самый Феникс. А у меня зеленые все, смотри. Сейчас мы вас попробуем отжарить. Опа, давай, 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 давай. Едь сюда, едь сюда, давай, Феникс. Так, а ты что, коротышка, сюда подъехал? Давай, детка. Во. Так, подлечиться мне надо. Хорош. Так, один готов.
И следующий, второй тоже уничтожен. Так, еще одна звездочка, и мы откроем сундучок. Это очень хорошо. Давайте пойдем в бой. Так, лорд, тактик. А, туда плей. Еще кто? А, ну, понятно, кто там. Ладно. Сейчас, вот здесь. А, у нас, смотри, они фениксы. Они поняли, что фениксом прикольно играть. Так, этот феникс сейчас уничтожили. Так, уже Катюшу сейчас поджарим. На, держи огонька. Все, и Катюша у нас готова. Так, хорошо, мы посмотрели рекламу. И немножко возродились. Вот. Теперь я готов к бою. Опа, вот летят. Раз. Два. Три. Так, лазерного сразу щелкаем. И вот этого стреляющего. Так, как с ними? На! Готов. Сейчас еще большая-большая бригада приедет. Вот, я уже слышу. Летят. Есть. Да ё-моё. Запчасти эти мешают мне постоянно. Такс. Держи, друг. Едем. Опа. Опа. Так, и на. На. Ё-моё, сколько вас много здесь, а? Я не ожидал, конечно, такого события. Да ё-моё, иди нафиг. Вонючий случай, убили. За что? За что? 914 монет заработали. Посмотрели немножко мы рекламу и возродились. Подлечились. И готовы опять идти. Нести службу. Лунную службу танкиста. О, монетки. Thank you very much. Так, а вот и бригада. Которая не была дострелена до конца. Сейчас будем их отрабатывать. О! Есть. Кто еще хочет получить? А, ну это последний. Обычно. А, нет, красненький. Красненького послали. Вот, он теперь последний. Ой, хорошо уже. Смотри. Почти что 2000 монет у нас собрано. Ого! А вы это потише не можете, а стрелять. Бригада. На. Быстрей. А ё-моё, помешала, видишь, эта фигня. Давай. И красненький. А, нет, еще и голубенький. Красненький, голубенький, много вас. Разноцветных. А, катаются здесь. На луне. Опа, 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 опа. Вот это серьезно. Вот это серьезно, прям много вас. Подождем здесь. Раз. Два. Да ты че, а? Бессмертный какой. Так. Один. Готов. Ах, и меня уничтожили. Ладно. Посмотрим, сколько монет заработали. А заработали мы, ребята, 912 монет. Почти что 1000 монет. Так, после просмотра рекламы мне добавили еще жизнь. Есть. Теперь я могу дальше ехать, убивать вот этих вот всех танчиков. Самолетиков. Так, ну давай этот. Вот, есть. Кстати, танки вражеские тоже урон получают. От этих ракет, от самолетов. Интересно, почему. О, давай, есть. Так, ах, ребят. Все, меня сейчас постреляли. Надо подъехать поближе. Вот, и здесь им прожарить. Давай, 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 давай. А ты что, не жаритесь, что ли? Есть. Так, теперь вот эту бригаду. О. Смотри, какие все агрессивные стали, а. Оп, танков сколько, смотри. Здравствуйте.
Вам барбекю не хотите пожарить? Так, тихо. Давай немножко назад отъеду. Посмотрим. Приедут они, нет? Блин, а я не могу эту перепрыгнуть, штуку вот эту. Сейчас попробуем. Вдруг перепрыгнем. А нифига, тут стена какая-то, да? Ну ладно. Ничего страшного. О, красненький. Ё-моё, бедолашка. Перевернулся. Так, сколько вас тут? Трое было. И вас. Ух ты, убил меня. Да, стоял просто, стрелял. И уничтожил. 673 монетки заработали. Всего лишь. А, давайте поиграем. 2 на 2. Так вот, бригада какая. Ух ты, два черных танка Феникса, слушай. Это интересно, интересно. О, так, они на нас, смотри, бросили. Теперь мы на них стреляем. Так, я подлечусь, пожалуй. Пожалуй, подлечусь я. Есть, все, готово. Уничтожили. Звездочку получаем. И давайте откроем сундучок. Сундучок, чтобы открыть, нам нужно 3 звезды. Одна звезда есть. Что там будет в сундучке, неизвестно. Может быть, даже новый танк. Все возможно. Ох, какие вы быстрые. Так, одного вражеского танка мы уничтожили. И следующего. Давайте его поджарим. Ах ты, гад. На. Готов. И еще одну звезду мы получаем. Давайте еще раз поиграем. Нам нужно третью звездочку. Так, Шамиль. С Шамилем играем. Тик и Джерри Корп. Опа. Жарься. Ух ты, титан-вонючка. О, это не титан этот самый, жнец. О, жнецы, они слабые. Слушай, их прокачивать еще надо. Их никто не прокачивает. Видимо, получили недавно и поехали играть. Ну вот и наш сундучок. Открываем, вдруг там будет танк. Нифига, танка не было. Ну ладненько, ну что ж. Ох, нифига, новый какой-то, смотри, сундук фиолетовый. Офигеть, я хочу его выиграть. Я не знаю, что там, вдруг там будет новый танк. Все возможно. 1-1, сейчас быстренько мы выиграем. Тактика у меня, вы знаете какая. Тактика выжидания. О, а тут, кстати, тоже получается. Ух ты, ё-моё, смотри, какой гад. У него еще крутилка, что-то я про крутилку не подумал. На, сгори. Есть. Выиграли. Есть. Одна звезда. И поехали дальше. Титан. Ага. Кто там? А как там его зовут? Копал Дрейк. А какой-то, видимо, араб. Арабская страна. Ладненько. Ждем. Пусть подъедет. Все, теперь жарим. Жарим. Такс. Давай, подъезжай еще раз. Все. Готов.